выбираете дальнюю дорогу. Перед дальней дорогой я хочу вам вручить, перед тем, как вручить, хочу дать одно задание. Побывать на обетованной земле, на святой земле и сделать, привезти с собой несколько снимков с нашим флагом. Хочу передать для этого флаг нашим. Сейчас, секундочку, мы это торжественно сделаем. Может, скажете, вы куда едете? Земля обетованная, она одна только. Держи. Мы обещаем святы чтить и хранить, да, беречь. Так, давай, давай бесплатно сзади. Свою честь, честь этого флага. Вот, замечательно. Все, возвращаете флаг. Смотри, какой чистый. Подожди, я целую речь подготовила. Чтобы обещаем, что этот флаг через 10 дней нашего пребывания в Израиле будут знать все израильтяне. Весь Фейсбук? Лариса, что скажешь? Мы будем обёртываться, лежаться. Она готовилась, я же. Я. Куда? Оружие толстое. Ну, даёшь обещание? Конечно. Хранить его и принести красивые снимки. В качестве форел использовать обещаю. Нет, если говорить серьезно, едем в Израиль с этим флагом и побываем на священной земле. Как вы знаете, чувашский народ второй после русского в нашей стране перевел Библию на чувашский язык. И этот флаг бывает именно в тех местах священных. И поэтому он после этого станет уже сам собирай, священным. Собирай, передавай. Это же так.